вторая миссия, операция Flashpoint, Red Hammer, оккупация. Согласно донесениям, на Амвероне нам противостоят вооруженные повстанцы. Даже в данный момент они создают бандформирование и сооружают боевые укрепления близ городов. Нам необходимо пересечь их подрывную деятельность и показать, что следует за подобного рода акциями. Вы начинаете миссию на нашей базе в Тайроне. Следуйте к МО и выбейте боевиков из узла связи. Первостепенная задача – достичь аэродрома. Несомненно, вам будет оказано сопротивление. Займите тренировочный лагерь боевиков и положите конец их сходке в Сан-Филиппе. Правда, некоторые террористы покинули город и разбили лагерь в лесах. По возможности выбейте их из укрытий, но прежде убедитесь, что аэродром в безопасности. Найдите узел связи в МО и ликвидируйте повстанцев. Прервите сход боевиков в Сан-Филиппе. Захватите и удержите лагерь боевиков. Возьмите под контроль аэродром. Так, мы можем из вас в амуницию. Амуницию мы выбрать не можем. РПГ я взять не могу. Погнали. Так, ну мы пока что по-прежнему лицо подчиненное, поэтому просто следуем за командиром. Да, он нас отправит, туда и побежим. Рожон здесь не надо. Так, сейчас вот здесь вот, скорее всего, будет бой. Берем, как говорится, радиоузел. Это безоружный. Невооруженный. Этот атаковать побежал куда-то, сломя голову. Будем надеяться, у него получится. Шмаляет. Так. Так, только что мне передали в распоряжение 5 бойцов, теперь я командую. Так, мне сейчас нужно найти кого-то с гранатометом. Я знаю, что здесь должен быть гранатометчик. И мне нужен его гранатомет. Зараза, как назло, не наблюдаю ни одного мертвого гранатометчика. Кстати, вон лежит ящик с боеприпасами. Так, мина пластит.
Гранатомета нет. Ну, ладно. Может, дальше по пути попадется. Я все внимательно осматриваю окна, потому что может коварная засада быть внутри здания. Теперь нам после радиоузла нужно двигаться к тренировочному лагерю. Ой, как далеко, ужас. А, нет, сначала к сходке, да. В Сан-Филиппо. В первую очередь. Грузовиком воспользоваться мы не сможем. Вернее, сможем, но недолго, потому что там будет засада. Идти пешком только. И вот где-то в районе вот этой вот линии горизонта нас должны сейчас будут встречать. Там буквально, по-моему, два бойца, но тем не менее. Мы же их не видим. Так, кажется, там кто-то вот в тех деревьях есть. Нет, мне померещилось. Ну давайте тогда. Продолжаем двигаться на север. Странно. Ну, вроде тихо. Так, это мирные бегут. Так, дальше тогда на север. Со стороны леса стреляют. Сукины дети. К счастью, никого они из моих ребят не подстрелили. Решили из леса напасть. Хотя при первом прохождении они напали с севера, со стороны дороги. Вон бежит целый отряд, друзья. Целый отряд повстанцев. Блять, вы что, слепые, что ли? Не видите? Так, хорошо, накрыли. Отлично, весь отряд полег. Бежим дальше к северу. Мне кажется, ли это чья-то голова? По-моему, там чья-то голова, друзья. Давайте на дорогу сейчас выйдем аккуратненько. В этот раз здесь почему-то больше врагов, чем было при первом прохождении. Вот этого отряда в прошлый раз я вообще не видел. Кстати, западнее, вот здесь вот в лесу есть лагерь, лагерь боевиков. Там можно будет, можно и палатки увидеть. Если быть точнее, одну. Но она там будет. Или не здесь. Хрен с этой палаткой. Главное, чтобы меня не подстрелили. В флешпоинте бинокль — это очень полезная штука.
Опа. Так, по одному они обычно не бегают. Неужели он один? Так, а вот, кстати, вот эта церковь, это уже, собственно, и есть Сан-Филипп, где нам нужно перещелкать повстанцев. Ну, логичнее, естественно, заходить как бы с возвышенности. Поэтому давайте правее на горочку взберемся. Оттуда будет лучше вид. Самая лучшая тактика — это отсматривать их с больших дистанций с помощью бинокля и указывать просто ботом целеуказание. Давайте, они уже будут их расстреливать. Это самая эффективная тактика выживания. Странно, но я никого не вижу. Так, здесь тоже опасная территория. Там тренировочный лагерь. Тоже особо высовываться нежелательно. Так, вон стоят. Сейчас мои боты откроют пальбу. И, возможно, со стороны деревни на нас тоже побегут. В принципе, этого бойца я могу, наверное, и сам расстрелять. А может, и не могу. Давайте поближе все-таки подойдем. Не, давайте вообще, давайте пока туда соваться не будем все-таки. На два фронта стрелять — это не... слишком опасно. Давайте все-таки займемся сейчас Сан-Филиппом. Тем более, вон, смотрите, какая арава. Вы только меня это прикрывайте, да? Целая арава спецназа. Так, встать — это не лучшая идея. Так, спугнули. Сейчас можно ожидать то, что они ринутся в эту сторону. Вон они забегали. Какие боты красавцы у меня. Вон стоит. Только давай цели, а мои ребята все сделают. У меня совершенно нет уверенности, что это все. Нужно продолжать деревню вот так вот обходить. Ой, как их много там, кошмар. Sending you reinforcements. Regroup and complete your final objective. Они, видите, покинули Сан-Филиппо. Они отступают к своему лагерю, видите? Отступают в свой лагерь. Блять, боты. Что, слепые, что ли? Это сукины дети. Ушли. Так, ну что, Сан-Филиппо мы, вернее, исход боевиков в Сан-Филиппо предотвратили. Захватить и удержать лагерь боевиков. Это вот прямо по курсу.
soldier is history. Ребят, вы меня не подстрелите, если я... What are you? All fall back into formation. Roger. Кстати, так и не увидел там ни одного противника. Вот в этом лесу находится лагерь боевиков, как бы доп задание. Там одна палатка стоит. Так, ну где подмога, подкрепление, где? One, report status. One, position, Delta, Foxtrot, two, four. Так, они, я так понимаю, едут сюда, надо их подождать. Чем больше нас будет, тем легче нам будет штурмовать. Four, one o'clock, soldier, 100. Кого он там увидел? Так, за этими кустами кто-то мелькнул, я видел. Это, собственно, вход в тренировочный лагерь. Так, где там эти? One, report status. Они едут вообще, нет? One, position, Delta, Foxtrot, two, zero. Вроде едут, но что-то едут как-то очень уж медленно. Че, мне надо их дождаться? Прежде чем приближаться, давайте дождемся этого грузовика. Слушайте, я даже не вижу, чтобы они подъезжали. One, report status. Да. По-моему, они пешком быстрее бы пришли, чем они там едут на машине. Пускай все выгружаются тогда. All disembark. Roger. Сейчас они все выгрузятся, пускай они пешком до меня дойдут, по-моему, это будет быстрее. Там, видимо, может, с машиной что-то случилось. Так, ждем их. Так, вот они прибежали, и нас теперь стало намного больше. Как они сильно все рассредоточены. Так, теперь вот можно двигаться дальше. К лагерю. Where are you? Не нравится мне эта тишина подозрительная. Вон, я вижу там какие-то тенты у них. Это лагерь боевиков, лагерь повстанцев. Страшно туда приближаться, честно говоря. Ой-ой-ой. 12 o'clock. Enemy. Soldier 100. Soldier is history. 1 o'clock. Enemy. Soldier 100. I got him. Блин, как их много-то там. Куда они побежали? I got him. I got him. Soldier is history. Так, кажется, всех встретили, да? Soldier is history. Так, вы обнаружили лагерь боевиков. Отлично. Это побочное задание выполнено. Осталось... Ну как, осталось еще полмиссии. Теперь нам нужно захватить вот этот лагерь. Лагерь боевиков, а потом еще и до аэродрома добраться.
Вон, ходит. Целеуказание дать не получилось. Ух, как их много-то. 12 o'clock, soldier 100. 12 o'clock, enemy 80 soldier 100. 12 o'clock, soldier 100. 80 soldier is history. Блять, где мои боты? Че вы ползаете там? 2, 3, 4, 5, 7, stay alert. Так, я режим аларма немножко убавил, а то больно уж они с земли вообще не поднимаются. Куда-то в лес убежали. Теперь вот они могут из леса сделать неприятный сюрприз. Плохо, что они в лес убежали. Кстати, гранатометчик лежит мертвый. Хорошо. Гранатомет там, когда аэродром будем брать, там будет танк. Желательно гранатомет иметь. Есть, конечно, боты, но... О май гад. Блять. Наших ложат, как щенков. Очуметь. У меня, блядь, никого уже. Положили половину народу. Дети, у меня половину людей положили. Блять. Вот и какие тупые, блять. Чего вы не стреляете? Это как надо. Так, мы заняли этот грёбаный лагерь, потеряв половину людей. Где я там эту РПГ видел? Где-то я помню, РПГшник лежал. Так, ну и теперь осталось, собственно, взять аэродром. Это четко на север нужно идти. Тут можно, я думаю, время ускорить. Тут вроде бы неприятностей особых не ожидается. Блять. Нас обстреляли, откуда я так и не понял. На 8 часов это где-то... Где-то в лесу. Понятно, мои ребята пошли через лес и, видите, ввязались неприятности. Ладно, нам нужно дальше идти. У нас не стоит цель полностью зачистить всю карту. Движемся дальше на север. Кстати, я слышу аэродром уже. Рядом. Вон. Аэродром уже рядом. Нам надо двигаться на север. При этом хорошо осматриваясь, естественно. Осматривая горизонт весь. Чтобы не дай бог чего. Так, ну где там? Почему у меня люди так отстали сильно? Так, двигаемся дальше.
Так, здесь, я думаю, лучше вот так вот обойти. А может, лучше не обойти, блин. Нет, ну, не, ну тут деревья мешают, тут я вообще ничего не вижу. Так, вот там вот прямо по курсу нас ждут проблемы. Я вижу танк. И там не видно, но там точно много, множество пехоты. Давайте попробуем сейчас танк обстрелять. Попасть бы еще. Так, первое попадание есть. Мимо. Блять, я не понял, почему? Почему танк не уничтожен? То ли он поврежден, но он, по крайней... Нет, у него двигатель работает. Так, к нам движется пехота, хрен с этим танком. У нас в отряде вроде бы есть гранатометчик. Есть, да? Вон один гранатометчик есть. Подстрахует. Нам нужно пехоту встречать. Они, видите, в эту сторону движутся. Да, танк все-таки выведен из строя, значит. 12 Так, одного. Блять, танк ожил, ё-моё. Так, F-12, цель Т-55. У кого гранатомет есть, потому что сейчас для нас танк главная угроза. Главное, негде взять гранату, мне граната нужна. Может быть, мне у него забрать? Гранатомет. У 12-го? Так, 12-й, пускай положит. Значит, действие. Бросить РПГ-7. Так, я сейчас сам возьму РПГ-шку и подстрелю этот гребаный танк. Спокойнее будет. Все, с танком покончено. Все, теперь нужно приближаться, нужно дальше двигаться. Как бы это ни было страшно. Вон они бегают. Почему их так много, а почему-то я не могу бойцам указать. Так, этот куда-то за горизонт ушел. Не люблю, когда вот так уходит, потому что потом непонятно, где он появится. Так, ну что, давайте еще немного вперед. Вон лежит. В засаде. Думаете, его не видно? Так, вот этого боты мои пока не достают, я тогда сам его. Ой, блин, тут разве что-то увидишь? Вон, видите, лежит один. Лежит и это. Нас ждет. Тут только ползком теперь двигаться, потому что я, если я встану, он меня пристрелит. Вон. И главное команду дать. Почему-то не захватывается. В
Все, сняли его, друзья. Сняли мои боты. Боты, наконец, его увидели. Так, и там ближе к заправке вон еще целый отряд. Видите? И они, видите, навстречу нам не кидаются. Они там в засаде лежат. Так, двоих. Пулеметчик, это, конечно, сила. Так, ну что? Вон кто-то ползет. Сняли. Но во весь рост... Все, друзья, миссия пройдена. Ни единого сохранения. Ни единого. Правда, лично я народу, конечно, мало убил. Все команды все делали боты, но я им целеуказания давал. Так что все нормально. Две звезды. Отличная работа. Вы очистили Северный Аверон и обнаружили позиции бояков в лесах. Наша власть на этом клочке суши будет восстановлена. Я лично уничтожил Т-55 с тремя членами экипажа и 8 пехотинцев. Всем спасибо, всем пока.